Выдающимся результатом и доказательством динамичного роста Казанского федерального университета является вхождение в предметные рейтинги независимого авторитетного британского издания QS. В нем представлены лучшие вузы мира. Лидерами рейтинга QS в течение многих лет стабильно являются вузы США и Великобритании. Но Россия тоже не сдает своих позиций. 24 российских вуза вошли в опубликованный рейтинг QS 2017-2018 годов. КФУ удалось войти в 9 ключевых предметных рейтингов по направлениям лингвистика, археология, коммуникации, СМИ, образование, английский язык, литература, экономика, эконометрия, физика и астрономия, искусство и гуманитарные науки. Российские вузы в направлении английский язык и литература присутствуют только второй год подряд. В прошлом году туда впервые вошел Московский государственный университет, а в этом году наш Казанский федеральный. Рейтинг складывается из трех основных составляющих – это академическая репутация, репутация работодателей и цитирование на одну публикацию. Из этих критериев и складывается единая оценка вуза, которая и составляет данный рейтинг. Если брать такой показатель, как академическая репутация, то здесь, конечно, наши коллеги из МГУ успели убежать достаточно далеко вперед, что вполне естественно, и они занимает общее 72-е место, условно, вот по этому направлению, по этому критерию. Мы уже вошли в первые три сотни, здесь у нас 285-е место. Чуть лучше мы выглядим по репутации среди работодателей, это 225-е место. Достичь нам такого уровня, как 263-е место, удалось прежде всего за счет третьего показателя, цитирования на одну публикацию. Здесь мы в общем рейтинге вошли на 171 место и обогнали наших коллег из Московского государственного университета, которые находятся по этому показателю только на 270 месте. Академическая репутация складывается из таких важных составляющих, как реструктуризация уже имеющихся магистерских программ, которые могут привлечь иностранных студентов, и программ, связанных с зарубежной филологией. Достаточно интересно наблюдать, как постепенно меняется отношение к нам, к университету после вот этого роста, после вот этих достижений. Поэтому порой достаточно сказать, что да, вот мы находимся в рейтинге, здесь мы вот на таких позициях, здесь мы на таких позициях в области лингвистики вообще продвинулись. Благодаря публикациям в известных мировых журналах и высокой цитируемости, Высшая школа русской зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого сыграла важную роль в закреплении позиций в рейтинге QS в направлении английский язык и литература. Мы очень внимательно анализировали, потому что, возможно, были статьи других преподавателей нашего Казанского университета вне Высшей школы русской зарубежной филологии. Была проведена аналитическая кропотливая работа, и, ну, в общем-то, 99% это статьи наших преподавателей. Важно не только занять свои позиции в рейтинге QS, но и закрепить их. Для этого Высшая школа русской зарубежной филологии ставит перед собой важные задачи. У нас сейчас идет работа по публикации высокорейтинговых журналов. Журналы очень высокого значения, в которые очень трудно попасть. Второе – это участие в профессиональных сообществах. Это позволит нам закрепиться в этой позиции, а может быть даже и подняться выше. В этом году у Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого в планах увеличение количества публикаций в журналах международной базы данных Scopus и Web of Science с привлечением к сотрудничеству зарубежных и ведущих российских ученых. Мы прекрасно понимаем, что ни в коем случае нельзя замыкаться внутри себя, обязательно нужно выходить на внутрироссийское сотрудничество, на международное сотрудничество. Это одна из составляющих успеха. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.